Здравствуйте, с вами компания «Электромотор». Мы представляем гриля «Эндерс». Компания «Электромотор». Итак, перед вами флагманская модель модельного ряда компании «Эндерс». Это гриль, который называется «Канзас 4 SIG Profi Turbo». Он имеет 4 основные конфорки. Тыльную инфракрасную конфорку для глубокой прожарки, блюд на вертеле. Допустим, если мы ставим сюда вертел, то мы пользуемся этой конфоркой для того, чтобы прожаривать габаритные куски продукта, для того, чтобы, допустим, мясо прожарилось у кости, мы используем вот эту конфорочку. Есть у нас также боковая варочная конфорка, на которой можно готовить гарнир. Есть турбозона для стейков, которая разогревается до 400 градусов Цельсия и позволяет готовить правильные стейки с хрустящей корочкой. То есть на этой конфорке мясо правильно запечатывается, сохраняя свой сок и полезную сочность свою. Дальше у нас опционально мы можем приобрести вот такой противень, на котором можно тоже готовить разнообразные продукты, включая рыбу, морепродукты и овощи. Есть у нас здесь даже моечка, вот такая интересная, которая позволяет помыть овощи, ну или сполоснуть какую-то небольшую посуду. Это удобная моечка, она подключается здесь к водопроводу, а выход из нее, из раковины, подключается к стоку. То есть, в принципе, очень удобно. Можно использовать как стационарное решение, так и мобильное, данный гриль. Внизу у нас большие шкафчики, здесь можно что-то хранить, какую-то утварь. С этой стороны также. Все это изготовлено из качественной нержавеющей стали 304 пищевой. Внутри у нас находится газовый баллон. Баллон мы рекомендуем использовать взрывобезопасный, композитный. Это современные баллоны, которые уже несколько лет как завоевали популярность в Европе. У нас в Украине потребители только-только начинают знакомиться с этим баллоном. Особенность его в том, что он не взрывается при расширении газа внутри баллона и не взрывается в огне. Такой баллон удобно прячется внутрь гриля. И выглядит это примерно так. То есть вы закрыли дверцы, и у вас не видно баллона. Также такой гриль оснащен вот таким смотровым окном. Это очень удобно, когда у вас что-то готовится, и вы можете контролировать весь этап приготовления. Потому что если вы вдруг откроете крышку, если у вас не будет, допустим, этого стекла, вы, открывая крышку, у вас уходит полезная температура, соответственно, либо блюдо неправильно приготовится, либо просто время приготовления у вас увеличится. А такое окно позволяет просто контролировать весь процесс приготовления. Также гриль оснащен удобными колесами для перемещения. Их здесь плохо видно, но вот они там снизу есть. По вопросам покупки грилей «Эндерс» обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38. Контактный телефон 5 300 38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».